Добрый день. Еще раз здравствуйте. Давайте для запечатления на видеокамеру. Вот замечательные продавцы. Да? А вы законов-то не знаете? Где? Где у вас сыр-то? Вот берем замечательный сыр. Ну какой? Вот этот возьмем. И возьмем вот этот вот. Ну, посмотрим, что показывает. Что? Вызывайте полицию, если вас что-то не устраивает. Так, уберите руки. 230 грамм, 356. Убираем другое. Товар, 296, 180. Для проверки, для проверки. Дай что-нибудь для проверки. Что весы верно показывают. У вас будут очень большие проблемы, поверьте. Из людей делают мудаков каких-то, совсем, извините. Дебилов каких-то нашли. Совсем офигели. Так. Вот, 180 грамм. Так, вот. Мы потребители. Мы потребители ваших товаров и услуг. 180. Дубль 2. То они выключились. 200. По 110 грамм. Все по 110 грамм у них. Где тут? Вот 180, пожалуйста. Все, 184. 4 грамма упаковка. Пожалуйста. 292. Давайте колбасы еще снимем. У вас, наверное, тоже они так же? Да? Триста восемьдесят семь, сколько? 494. Ну, собственно, вот. Вот она, вся продукция по 100 грамм с кусочка. Сколько это? По 100 грамм по 28 рублей получается 100 грамм. Вот по каждому кусочку по 28 рублей. Вот так вот нас обманывает наша дорогая пятерочка. Пойдем снимем, какой магазин. Тебе деньги вернули? Не знаю где. Уже можно любой брать, если они по 28 рублей с кусочка. Вот продавец утверждает, что он никого не обманывает. Где эта пятерочка-то? Из людей делают дураков. Самые умные. Можно выйти, не знаю, видно там будет название. Не знаю. Вот мостовая, такой вот магазинчик в городе Саратов, в Поливановке.